Всем привет, друзья, канал Салим. Работаем над спорткругом. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол в багажнике, несколько кусков фибропласта по небольшому квадрату на задних арках. Одни из самых шумных мест автомобиля. Крыша, смотрите, тоже квадраты вибропласта присутствуют. Смотрим по дверям. Задняя дверь. Небольшой кусок вибропласта. Также полоски присутствуют на полу в салоне. Владелец все равно не устраивает данную шумоизоляцию. Передняя дверь, видите, также небольшой кусок вибро. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Начали клеить шумоизоляцию на Ford Kuga. То есть вибропласт проклеен у нас пол в багажнике, проклеен из задней арки. Тщательно прокатываем валиком. Проклеен пол в салоне. По дверям вибропласт 3 мм толщина. Второй слой нанесли шумопоглотитель. Интегра мембранная шумоизоляция, толщина его 6 мм. Всего будет 4 слоя. Смотрим дальше. Начали клеить шумоизоляцию на Ford Kuga. Проклеена шумопоглотителем пол в багажнике, задней арки. Пол в салоне. Используем вижен. Толщина его 6 мм. Третий слой нанесли в дверях. Это у нас вибропласт. Толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. Шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Собираем салон, проверяем. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!